Ну что, мы приехали, ребята. Куда мы идем? В АТВ? В наше любимое АТВ. Да, ребята, я вообще в шоке, что я сразу... Я уже была на украинской мове, я просто... Я в захвате, что мы уже тут. Я так дуже рада. Я вообще в захваті. Ми будемо в готелі, ми включимося. Да, ми включимося. Зараз ми будемо вибирати продукцію, що рідписеньку. Включимось. Все, ребята, приехали мы в наш готель. Сейчас будем заселяться, я вам покажу наш номер. Все. Все, я уже на українській балакаю, тому що я на ресепшені балакала українською мовою, розмовляла. Тому так, велика шафа. Це вхід. Наш пакетик за тебе, який ми вам покажемо. Я на українському, боже мій, я не можу переключитись. В общем, все, ребята, ми... Уже в нашем номере такой большой шкаф, наши две сумки, наша обувь и пакетик с продуктами из АТБ. Ну как продуктами, покажем. Заходим в номер. Такой, кстати, довольно-таки большой, 22 квадратных метра. Большой номер. Уже телевизор хочешь включить? Такая кровать. Начало хорошее. Почему он слабый сигнал или нет сигнала? Там. Настя, давай потом. Давай пока покажем номер. Такая кровать. Так, ревизор. Кто из Украины? Ага. Кто из Украины, тот помнит эту передачу «Ревизор». Она была очень популярна. Я обожала, когда Ольга Фреймут вела эту передачу. Просто было нереально. Ну, за це Оля бы уже придралась. А я там не была. Что там? А, ну видишь, еще есть место. Там написано не палити. Я знаю. І що ти тут присіла? Я ж... Ну, бачите, ще... Увидите, що... Арманда така комната. Настя, ти мене збила. Говорю, от. Как би, да. Оля би придралась. Так, Настя, нюхай подушку. Пахне, дуже добре пахне. Классный, да, какой-то этот шампунь. Ой, шампунь. Порошок. Проверяем матрас. Матрас прям будем проверять? Ну, конечно. Прям что, вообще ревизоры? Да, зачем он нужен? А, тут еще... Да, идемте. Так, показываю. На сайте, конечно, в этом холодильнике был мини-бар. Здесь его почему-то нет. У меня отвлек звонок. Здесь у нас два стакана. Здесь не палити, кондиционер есть, зеркало довольно-таки большое. Кстати, ну, протертое нормально, да? Здесь, открывай, Настя. Сейф. Да. Хранить свои сокровища. Мусорка. Идемте в ванну покажем. Еще? Ну, с каждой стороны прикроватная тумбочка. Кондиционер. Это кондиционер, что ли? Да. А пультаж нет? Вон пульт, Настя. Это ванная комната. Биде. Ага. Что это такое? Настя. Новый купить, это старый, ржавчина. А ну, нажимай. Ну, чисто. А оно, наверное, не отмывается, да? Ой, паучок ползу. Где? Он. Маленький. Мой? Ну, это чистый. Смыв проверяем, как Оля. Давай, открывай. Проверяем. Нормально. Два полотенечка, рушничка. Да, чистый, чистый. Чистый. Понюхай. Да, постель. Маленький, да? Одно мыло. Фен, кстати говоря, это больше. А, вот полотенце, боже. Что-то я этот, видите? Не обратила внимание, что здесь. Фен — это очень здорово. Здесь душ.
Там, Настя, проходи. Я должна в носках? Да, ты как Оля должна лазить даже в носках. Она делает так. Так, зараз мы получим так шампунь. И все? Шампунь есть. И все? Да. И... Прикольно. Мало. Места на самом деле много. Вот это единственный такой для меня большой сейчас плюс, что много места. Телек можно ж этот, ну, на кровать навести. Утром покажем уже вид с окна. Ну а пока вот, ну, как бы все, это весь номер. А, ну шкаф, я же говорю, большой этот просторный, широкий шкаф. Я после этой дороги не могу говорить. Вот. Как у нас в Харькове говорят, тримпелечки, тримпеля. Ну, нормально. В общем, такой номер стоит 1000 гривен. Но там еще, скажи, есть на втором этаже спа, как он называется? Спа и бассейн. Спа и бассейн. Это входит, но полчаса. Полчаса? Я. А дальше типа ты должен доплатить? Ну да. 1000 гривен плюс какой-то сбор 20 гривен. Короче, 1000 гривен это 25 евро. Ну, я считаю, что нормально. Настя, как тебе? Пыль проверяет. Оля, точно время. Есть пыль? Ну, честно говори. А вот я заметила, что эта сторона чистая. Угу. А эта сторона где-то 2 дня. Ты честный ревизор, значит, говорит то, как оно. Ну, нету прям такой пыли. На виду. Вот, да, чуть-чуть ну, есть. Ладно, нормально. Вот, прям, Wi-Fi есть тоже. Ну, да, нормально, ребят. Да. За 25 евро, за 1000 гривен, отлично, да? Что нам надо для ночи, мы же не... Сейчас, прямо давай, я не буду прерывать это видео, сейчас покажем, что мы купили в АТБ. Ту комнату пойдем или... Зачем? Здесь, вот тут же стол. Мы вообще залетели в это АТБ. На радостях. АТБ, наш любимый украинский магазин. Это самый вот... Да, нас возле АТБ высадили, и он говорит, типа, это единственный магазин, который до 12. У них здесь комендантский час с 12, а у нас в Харькове, по-моему, с 11, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, это же Западная Украина, как бы считается, здесь тьфу, более-менее все. Но все равно, конечно, ладно, не будем вдаваться в это все. Что хотела сказать? А, что АТБ это наш украинский магазин, который вот как, наверное, в Германии Альде, да? Вот он прям известный. Да, вот даже мы сейчас приехали, более-менее. И сразу скидки были. Ну, так. Вот чек, если не вот ты у меня... А как ты у меня его забрала? Подожди, это он или нет? А как ты у меня его из кармана забрала? Ой, так, такой вообще так не проверял. Да, какой-то другой стал чек. А как ты у меня его из кармана забрала? Давай, так. Настя. 315 гривен. Ты сразу скажи. Я скажу в конце. А, сейчас да. Говорим 315 гривен. Так, показываю. Настя, давай. Сидр наш вкуснейший. Я уже не могу. Кстати, с черникой. Очень вкусный. Он только в Украине такой. Сейчас была скидка. Фокусируйся. Скидка 23 гривны. Ну как? Устала ли, поэтому надо немножко отойти, это все, что реально дорого. Да, Настя, что ты еще будешь оправдываться? Короче, такой сидр стоит 23 гривны. В евро это 60 центов. 60 центов, очень вкусный. Кто в Украине, тоже поймет. Сосиски такие вот с сыром. Они коштуют, они стоят у нас 56 гривен 30 копеек. Это по скидке они, а не без скидки вообще. Мы там пока эти сосиски выбирали. Настя, там яловичина. Яловичина это говядина. Я говорю, хотела, Настя. Так, я хотела взять, думала сначала. Я вообще не врубилась, но, а, боже, колбасу видела. Там такая, там всякая. Да, там столько выбора, да, вообще? Да. А потом такая Аня говорит, куда ножика нет? Я такая, ла. Я говорю, Настя, что ты, она, я не ем яловочную, я не ем говядину. Я говорю, Настя, ты что, не понимаешь, что у нас сейчас нет выбора, сейчас закроется магазин, потом вообще я ничего не возьмем. Еле уговорила. Ну, ты не будешь купила. Чувствовать никакую яловочную. В чем тут это? Я просто не поняла, что происходит. Короче, круассаны. Круассаны обычно. Утром проснемся, захотим их съесть. Да. Сколько они стоят? Кофе, сколько? Блин. А, нет, 33 гривны 90 копеек. Короче, это
Где-то 90 центов. А раньше они стоили бы 12. Где-то 90 центов. 80 даже. Так. Батон такой хлеб, маленький. Батон. Взяли. Ну, маленький. 400 грамм. Много нам не надо. Сколько он такой стоит? Вообще... Батон 16,50 нарезной. 16,50 это, ну, 30 центов. Я сейчас, ну, прям четко не смогу говорить. А уже потом, когда мы будем дальше вам вообще на протяжении всего этого времени показывать наши покупки, я буду четко говорить цены. Вот. Чипсы, это самые знаменитые с крабом чипсы наши украинские. Ну, украинские. Просто Украине, мы их нигде не встречали больше. 57 гривен 90 копеек. Это где-то... 57 гривен? Это где-то... Подожди. 3? Евро 50 это. Евро это евро 50, да. Евро 40. Ага. Евро 40 где-то так. Ну, я так не знаю. Эту сейчас. Обычная вода. Не газована, да. Потому что вообще тут должен был быть мини-бар. Я думала, что здесь будет кола, что-то такое. И пачка сигарет. Покажи наши сигареты. Сто... Сколько, подожди, сколько сигарет стоит? 83 гривны стоит сигарет. Вот такой чек, что там... Раньше крупным этим шрифтом было. Ну, может, потому что этот, слышишь? Скажи мне. Потому что это... Только здесь так? Вот те самые сигареты, по которым мы скучали, это Винстон с капсулами. С фиолетовая и голубая. Фиолетовая это черника, голубая я не знаю что. Ну, со вкусом ягод. Очень вкусная, это вкусные сигареты. Вкусные. Вкусные, да, вкусные. Кстати, политы можно только до комендантского часа. Очень логично, честно говоря, выйти на территорию даже. Ну как это? Осталось 50 минут. Офигенно. Мы будем сейчас как-то быстренько бежать. Как по мне, это чуть не логично, ну согласись. Настя, согласна или нет? Да, да. Купаться, у тебя есть один шампунь и сразу гель. Это как понять? Я вообще думала, что будут ставить. Короче. А, и такси 115 гривен. В общем... Так, а тебе сколько? 315 и плюс 115. Нет, ты скажи в магазине, сколько мы потратили с евро. Переведи ребятам 315 гривен евро. Настя, я сейчас... У тебя что здесь? Можно ты не сбиваешь опять с мысли? На себя посмотри, как ты этот началось, короче. На. Аня делает. Я так не делала. Ты сейчас так нервничала, так. Ну ты что, странная? Да. Давай ты сейчас просто так переведешь. Ты хоть можешь вообще что-то перевести? Сильно умная. Могу. Короче. 315 гривен это 9 евро, пускай условно говоря. Ну, 10 евро, короче. 10 евро это 400 гривен. Значит, это даже 8 евро получается. Короче, вместе с такси пусть это будет 10,50. Да. Да. Ну, 10 как раз 10,50, 10,60. Ну вот. Нет. И все, 10,60. Ладно, ребята, видите, что мы уже этот, не в духе. Будем уже располагаться в этих апартаментах. Покушаем, перекусим, потому что мы с самого утра только перекусили бутербродом. И в течение дня же мы ничего вообще не ели, даже не пили, потому что мы же все-таки сэкономили и решили не покупать воду в аэропорту. И также, когда в самолете тоже разносили там напитки, бутерброды такое, мы не брали ничего. В общем, будем сейчас это кушать эти сосиски, пить этот сидр и есть чипсы. Все, нам хорошего, спокойного, надеюсь, отдыха и доброй нам ночи спокойной. Спасибо за этот просмотр этого видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, будем рады. И пожелайте нам, чтобы все у нас было здесь в порядке. Все, всех вас любим, всех целуем, пока.